Здравствуйте, уважаемые телезрители. С вами программа «Из первых рук». Я ведущий Антон Пережогин. Сегодня мы рассказываем о новом номере газеты «Эврика». И, как всегда, о том, что нового и интересного написали наши журналисты, расскажет главный редактор медиагруппы «Рика» Марина Васильева. Здравствуйте, Марина. Добрый день, Антон. Я приветствую всех телезрителей. Газета «Эврика» уже в продаже. И, наверное, некоторые люди уже знают, о чем материалы этой газеты. Но, тем не менее, мы расскажем о некоторых темах и вот более подробно постараемся остановиться на каких-то важных моментах. Конечно, на первую полосу вынесено главное событие этой недели, неожиданно случившееся, это гроза и, может быть, даже там смерч, как люди замечали в понедельник. Пострадавших, к счастью, нет. Слава богу, никто не оказался на месте в машинах, на которые падали деревья или там куски крыши. И, в общем-то, люди как-то... Счастливо избежали этого. Стоит, да, отметить, что как раз-таки об этой новости узнали все горожане единовременно. Никто не прослушал. Это было по всему городу, это видели все, в принципе. И мы здесь только описываем главные разрушения, которые произошли именно в этот день. Причем, опять-таки, горожане узнали об этом не из СМС, который присылает нам служба ЧС, и не из каких-то предупреждений. А вдруг неожиданно, да, увидели своими глазами. Все это запечатлели, все сейчас пользуются социальными сетями. И огромное количество материалов было в Инстаграме, и в Фейсбуке, и так далее. И, конечно, на место сразу выезжали съемочные группы. Вот часть фотографий, которые сделал корреспондент газеты «Эврика», можно найти на 8-9 полосе этого номера. И нужно сказать, что история эта еще, конечно, далеко не закончена. Можно убрать деревья, можно там ждать страховых выплат за свои машины пострадавшие. Но вот что делать с этими домами, где плохо укрепленные крыши, где куски арматуры, балконы пострадали. Вот в частности дом в Батысе, который здесь на одной из фотографий представлен. И сегодня обратился ко всем СМИ, они просят, вот здесь вот на 9-й полосе этот дом есть, они просят, чтобы к ним приехали журналисты, чтобы показали, что делается на крыше, потому что они боятся, что еще один порыв ветра, и он снесет следующие куски, покрытие и дерево, и там внизу все равно дети, взрослые, машины, какие-то... А наверху, на последних этажах живут люди, и куски этой крыши могут вообще провалиться, получается, так? Ну, во всяком случае, опасения какие-то у жителей есть, и, конечно, они ждут, что официальные органы на все это отреагируют достаточно быстро. Что же касается первых полос газеты, то здесь много, опять-таки, материалов судебных, материалов о происшествиях, о приговорах, о штрафах. В частности, большой материал посвящен и начальнику следственного отдела управления МВД, который вымогал взятку пограничников, и бывшему облвоенкому, которого уже дважды судили за фактически за одно и то же, но вот сейчас изменился приговор в его отношении. Как он изменился, это вы, конечно, подробнее прочитаете в номере газеты. О пенсионной теме на этой неделе также говорилось много, потому что 30 июня был день открытых дверей в нашем областном филиале пенсионного фонда. И там разъясняли не только изменения в законодательстве, но и еще всякие электронные возможности, которые предоставляются клиентам. Это и подписка на рассылку относительно своего счета пенсионного, и даже возможность рассчитать свою будущую пенсию. Тоже подробности в этом материале вы найдете в сегодняшней газете. О людях «Эврика» пишет всегда и пишет достаточно интересно и подробно. У нас много в городе личностей необычных, и которые вносят свой вклад в развитие, в культурное развитие города. В частности, вот сегодня два таких больших материала. Один касается очень взрослого человека, то есть Александр Ультян, который любит изделия из дерева своими руками делать. А тюбинский и... папа Карло такой. Да, вот, кстати, на фотографии как раз стругает своих его... буратин. Буратино. Можно сказать, что и буратино. Если бы у него был какой-то личный дом, двор, то, наверное, он бы его украсил необычно, но вот, пользуясь возможностями, которые есть, он это делает. И еще один материал, хотела тоже обратить внимание, вот перелистнем несколько страниц, самый юный диджей, причем не только в нашем городе, но и по всей вероятности в Казахстане. Этому мальчику всего 8 лет, но, как отец его говорит, он с 4 лет не расстается с наушниками и с техникой диджейской. Ему это все очень нравится, он даже сеты сам делает, смешивает и уже выходит на большую сцену. В частности, вот в данный момент, вот сегодня, 5 июля, он выступает в Алмате.
куда он отправился на одно из крупных мероприятий в сопровождении, конечно, своего папы, тоже достаточно известного диджея и ведущего Рамиса Халиуллина. Так что, я думаю, материал тоже будет интересен многим нашим горожанам. Страница «Приемный день» каждую неделю публикует отзывы, фотографии из социальных сетей, вопросы актюбинцев. То есть то, что люди обсуждают, то, что привлекает их внимание. Конечно, сегодня опять это много о шторме, о нашей погоде, о ее сюрпризах. Где-то даже торнадо сняли, где-то пишут, что было и похуже. И нашли архивные снимки 1974 года, когда огромнейший град побил крыши. Да, с размером с куриное яйцо. Шифер был побит, и окна были побиты на очень многих домах. Да, и люди пострадали. И тогда были, к сожалению, даже пострадавшие. Вот все эти материалы тоже вы найдете в сегодняшнем номере. Ну и, конечно, о футболе. О футболе мы пишем в каждом номере. Эксперты газеты, особенно такой автор известный, как Владимир Венгер, дает обзоры матчей и спорные вопросы, и какие-то конфликты здесь обсуждаются, и мнения тренеров. К сожалению, пока Актобе остается на последнем месте турнирной таблицы. Снизу к нам, к сожалению, никто не постучит никто уже. Никто пока ниже нас не занял строчку, и сейчас все болельщики ждут с нетерпением. Может быть, вот 8 июля что-то изменится после матча с Акжитпесом, и наши все-таки выйдут из этого цейтнота. Вторая книжка «Золотая середина». Здесь вы найдете много материалов, касающихся исторических событий. В частности, вот о том, что 30 июня, это тоже дата, которая близка сейчас, вот на этой неделе отмечалась дата, в 71 году погиб экипаж советского космического корабля «Союз-11», в котором был и наш известный земляк Виктор Пацаев, человек, которого мы помним и сейчас поддерживаем вот все исторические сведения о нем. Хочу отметить также материалы местные, которые есть в этом номере газеты «Семь тайн Купальской ночи». Ну, народные традиции всегда интересны, всегда привлекают. С 6 на 7 отмечается старый-старый языческий праздник, который... Это не Ивана Купалы, случайно? Ивана Купалы, совершенно верно. И здесь дается еще и такое напоминание, что почему такое несоответствие дат? Потому что Ивана Купалы, эта ночь должна быть самая короткая в году, и по старому календарю это было вот как раз 22 на 23 июня. Но из-за того, что календарь сместился, праздник тоже перебрался на июнь. И погода как-то у нас сместилась тоже, так что, возможно, как раз-таки после этого дня и можно купаться в речках. Именно сегодня, вот, вернее, завтра, завтрашний вечер и ночь, это вот будет такое сопровождаемое всякими верованиями, тайнами и так далее. Ну и, конечно, о том, как проходили гонки по вертикали корреспонденты Эврики, убедились на собственном опыте, они не просто поехали с фотоаппаратом, они еще и сами поучаствовали, то есть одна из журналисток пробежала эту дистанцию, вот все свои сомнения, чувства, она все описала в этом материале. Так что и те, кто бегал, и те, кто только собирается, могут для себя что-то почерпнуть. Спасибо большое. Ну, а мы встретимся уже на следующей неделе, потому что будут выходные дни, праздники, поэтому следующий выпуск программы «Из первых рук» мы увидим в понедельник. Всего доброго, с праздником!